Поселок Хомутово, улица Колхозная. Администрация принято решение, чтобы спустить воду, которая находится вот здесь вот. Полностью перерыть дорогу. Поэтому утром, кто будет передвигаться, эта дорога будет закрыта для передвижения. Выбирайте маршруты, чтобы не опоздать на работу. Кровью черпают бабы подвал в Казани. Ага. Все поднимается. Не знаю. Пытаемся калитки все это ворота заворуть. Родители 72. Что, старики тоже есть? А уехать вообще есть куда? Нет. Нет. Покидать не будет. Что-то можно отвезти как-то воду или что-то насыпать. Хотя бы. Ну сейчас вопросы эти решим. Затопило. Люди строили дома и затопило.